Кадры очень темные, потому что автор жалуется на отсутствие освещения. Речь идет о дороге, ведущей от мемориала с танком к Екатерининской пустыне и к центру профессиональной подготовки МВД. В том же районе расположены лечебные учреждения и частный сектор. Вот тут фонарь горит. Это последний фонарь, а дальше начинается темнота. Прокомментировать ситуацию мы попросили представителей Госавтотехнадзора. Ну, конечно, так быть не должно. Инспекторами нашего отдела будет проведен осмотр данной территории. В случае выявления правонарушения, то балансосодержатель данной ветки, данной линии электропередач, будет привлечен к административной ответственности, согласно статье 6.10 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, с последующего выдачи предписания с целью устранения данного правонарушения в кратчайшие сроки.